жизнь вечная. Так называлась та брошюра, которая была положена в карман. Прочитав ее, узнал о спасителе мира, который для спасения всех на землю был послан. Как спастись? Написано на обороте. Душа рвалась на части, накатывались слезы по щекам. Прочитав эту брошюру до конца, он оказался на свободе. Все стало по местам. С каждой секундой становимся старее. Меньше волос на голове, сидеем. Своего создателя не зная, мы не можем быть мудрее. Вспоминая про Бога, тяжело болея. Внимание не отрывай, слушай до конца. Об этом очень мало вещают. Людям нужно покаяться. Пробитые гвоздями руки Спаситель простирает. Родился он давно, в честь его рождения существует праздник зимний. За застольями, отмечая Рождество, не зная именинника, не вспоминая подвиги его дивные. Своею смертью заплатил цену, за всякий грех он уплатил сполна. Сними с себя эту тяжелую вину, произнеси молитву покаяния искренно. Ты не знаешь, как она звучит на слух. Веришь ты в понятие жизни вечной? Повтори ее с верой, без сомнения вслух. Ничего дороже не бывало жизни бесконечной. Отец Небесный, я верю, что Христос твой Сын. Поэтому взываю через Его имя. Прости грехи мои, ты мой Спаситель, сердце Господин. Ты искупил меня своею кровью, чтобы жизнь дать, над которую бессильно время. Прошу тебя, сними с меня это тяжелое греховное бремя.